Не менее 240 миллионов рублей заплатила девушка из Витебска за снятие так называемой порчи и венца безбрачия. Жительница северной столицы пожаловалась на свою неудачливость в личных отношениях. Помочь решить проблему вызвалась давняя подруга. Деньги за услуги она пообещала передавать знакомой ведунье, как позже выяснилось, вымышленной. Первый виртуальный сеанс стоил около 400 тысяч рублей, но с каждым разом суммы становились внушительнее. За исцеление девушка передавала деньги мошеннице с февраля 2013 по май этого года. Тревогу забили родители потерпевшей. От родителей она скрывала данный факт. Фактически саму эту женщину, которая якобы оказывала ей услуги по снятию порчи, потерпевшая не видела. Подозреваемая ее убеждала каждый раз, что в этом нет никакой необходимости. Помощь можно оказывать и на расстоянии. Она полностью доверяла подозреваемой. Подробности устанавливает следствие. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».